Почему это важно, чтобы мы вот здесь провели такой разговор, основы теории надежности, контроль качества? На самом деле, ведь все мы являемся потребителями определенной аппаратуры, изделий, услуг там и так далее, да? И в силу этого, конечно, мы заинтересованы, чтобы эти изделия обладали высокими потребительскими свойствами. Но не просто. Значит, нам сказали, что вот обладает высокими свойствами. Значит, для этого должны быть основания. Основания на современном этапе назвать какое-то изделие, отличающееся от других, при равных, допустим, технических, эксплуатационных характеристиках, значит, более высоким качеством, надежностью, в общем случае, такое, это как элемент сертификации. Если на это изделие есть сертификат качества, значит, по крайней мере, мы можем полагать, что это изделие действительно соответствует всем тем требованиям, которые декларируются вот изготовителем. Это дело, вообще говоря, не такое уж быстрое, я бы сказал, и требует просто любого потребителя этой продукции, но определенной, хоть небольших, но усилий. Но, а на самом деле, я сейчас, конечно, могу сказать о том, что в современной радиоэлектронной аппаратуре предъявляются очень высокие требования к надежности. С обывательской точки зрения мы все представляем, что такое аппаратура надежная и не очень надежная. Вот. Но ведь мы, работая в области техники, должны ориентироваться на количественные характеристики и показатели этой надежности. А надежность – это сложное комплексное понятие, вот, которое включает в себя ряд еще других, более конкретных показателей качества. По существу, все изделия, которые в радиоэлектронике отличаются друг от друга различными не только электрическими, техническими и другими свойствами, но и эргономическими свойствами, возможности противостоять механическим воздействиям окружающей среды, тепловым потоком.